Снова привет! Мы добрались с вами до топовой модели в нашем модельном ряду серии DSX. Здесь на коробке его изображение с отображением, что он показывает разноцветным дисплеем температуру, кнопки управления, пульт. Коробка черная, красивая. Итак, посмотрим, что же внутри. Энергетический лейбл, класс энергоэффективности А. Инструкции, как вот положено, толщина имеет значение. Инструкция к пульту управления отдельно. Фитинги, прокладки, крепления, пульт управления. Сейчас откроем, посмотрим. Он, конечно же, не работает, но показать его надо. Батарейки. Ну и, соответственно, сам пульт управления. Аккуратно оторвем от него панельку. Магнитное крепление на стену, ну и, соответственно, который можно закрепить пульт. В модели DSX данный пульт идет в комплекте. К моделям CEX и DEX вы можете пульт приобрести отдельно. Кто посмотрел наш прайс, спрашивает, что ж такой дорогой пульт, 12 тысяч рублей. Но на самом деле этот пульт рассчитан, во-первых, на то, что вы будете трогать мокрыми руками. Вопрос безопасности, я думаю, это важно. И второе, что это не инфракрасный пульт от телевизора, а радиопульт, который способен связываться с прибором на расстоянии 10 метров, вне зависимости, есть между ли прибором и пультом стена или нет. Такой же дисплей, как на модели CEX. Выбор температуры, больше-меньше. Комбинация клавиш позволяет управлять прибором. Обратно приклеим. Положим обратно в коробочку. Шаблон. Сначала прочитать инструкцию, потом посмотреть, как это монтируется. Только потом можно повесить шаблон и по шаблону подключить прибор. По отверстию для воды, подключение электроэнергии здесь или здесь. Разметка под отверстие на стене. То есть все для пользователя, все для монтажника, чтобы у него не было проблем с подключением. Прибор сначала сзади. Планка универсальное подключение, рамка для подключения воды из стены. Если есть необходимость подключить снизу, выдавливается часть нижней крышки и подключается снизу. Сначала вешается рамка, на нее вешается прибор. Ну и, соответственно, вид спереди. Сам прибор, кнопки выбора производительности, рукомойник, принять душ, принять ванну, мыть посуду. Больше-меньше, функциональное меню, включение-выключение. Откроем его. Один шуруп. Один. Не 18. Один шуруп. Корпус прибора. Здесь информация о том, что в случае чего делать. Здесь на приборе LCD-индикация. Ну, вот так вот выглядит, соответственно, сам прибор. В чем же топовость этого прибора? Ну, помимо того, что есть пульт, про который я уже сказал, есть дисплей многофункциональный с отображением огромного количества данных. Здесь есть еще такая штука, называется она сервопривод. Это клапан и электрический двигатель, маленький электрический двигатель. Электроника прибора в зависимости от протока и от температуры воды на входе и на выходе, от давления воды, открывает или закрывает с помощью этого сервопривода проток. Зачем это нужно? У вас работает один кран, у вас одна температура, у вас открылось 10 кранов, температура у вас падает. Вот чтобы этого не было, проток прикрывается, да, то есть немножечко закрывается. За счет этого температура у вас стабильна. Стабильна с точностью до 0,5 градуса. То есть это комфорт, это удобство пользователя. За комфорт стоит заплатить, и эта модель для вас DSX. На этом, в общем, все. Посещайте наш сайт, покупайте оборудование. Спасибо.